Представляем вашему вниманию обзор матча второго тура чемпионата Лиги чемпионов по футболу, ЦСКА, Реал Мадрид. Этого матча все ждали, будто празднование Нового года или же ремейк матча Испания-Россия на чемпионат мира 2018 по футболу, в гости к московскому ЦСКА. На стадион Лужники в матче второго тура Лиги чемпионов приехал победитель последних трех Лиги чемпионов, мадридский Реал. У этой команды теперь уже нету Зидана, нету Роналду. А перед приездом на игру в столицу выяснилось, что еще и не хватает целого ряда игроков основного состава, Марселу Бейл и многие другие не приехали из-за травм. В стартовом составе Реала главное удивление – это оставшийся в запасе у мадридцев лучший футболист мира Лука Модрич. Хорватский полузащитник летом этого года стал вице-чемпионом мира в Лужниках. И за стартом поединка Модрич, завершивший эпоху Месси Роналду в гонке за звание лучшего игрока мира, следил со скамейки запасных. Объявление ЦСКА в клубном твиттере о том, что, мол, победный состав не меняем, казалось поначалу такой хорошей дерзостью. Даже на фоне не приехавших в Москву звезд Реал смотрелся на фоне соперников очень мощно, однако все началось так, как никто не ожидал. Уже на второй минуте матча хорватский полузащитник ЦСКА Марио Влашич открыл счет в поединке. Перехватив мяч на чужой половине поля, он воспользовался ошибкой в обороне королевского клуба и неожиданно для всех забил гол, пробив в нижний угол ворот Кейлора Наваса. Таким образом, московский ЦСКА одержал победу над Реалом и с четырьмя очками вышел на чистое первое место в группе. Через три недели армейцам предстоит визит в Рим на игру с Ромой.